Итак, у нас сегодня рубрика «Батины истории». Батя, как ты относишься к рыбалке на паук? Блять, я вообще не люблю. А вот он, блядь, заебись ловит, блядь. Охуенно, вообще молодец. Я, правда, ни одной рыбы еще не видел. Ну, блядь, видишь, он еще издевается. Опять Вован, опять Вован у нас ловит на паук. Вован! Ну что там, покажи улов. Есть там что? Отнес куда-то. Ой, борода! Борода. Какие-то самые, ловите это и песни петь. Угу. Какие-нибудь. Ты, если бы там ее ловил, ты песни пел бы. Какую бы ты песню запел? Нет, я вот ту свою, про атомный взрыв. Нет, это самое. Это надо с гитарами, блин, с барабанами все вот это вот играть. Ну а что там это самое? Проект-то твой вступает в силу, я так понимаю. Ну да, что-то вот это самое. Уже готовишься к записи трека. Да, ну в последнее время я что-то не в духе в последнее время. Почему? Ну не знаю, просто не в духе. Нет, ну я так почитал, текст хороший, довольно такой прогрессивный. Про ядерный взрыв там, про червей там, трупных. Атомный бог там, да. Атомный вот бог все. Присутствует там, всех наказал. Ну, я просто там. Знаю, как это выглядеть будет, я просто знаю. Я просто, ну, вот эти вот барабаны, вот гитары, басуха, все вот это вот. И там, чтобы один звук все это сливалось, там так и будет, просто так и будет. Батя Насир, батя Насирушка. Давай. Талантливый человек ты. Ну что, пожелай Вовану удачи, чтобы он поймал рыбы много. Удачи тебе! Удачи тебе, мужик! Поднимай, уже подошла. Поднимай. Ну я понимаю, ты поднимай. Борода! 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 Я же забыл, мы жрали. Вот такие вот дела. А вот тут у нас еще Костя есть. Хай, кришнаиты, хай! Ты приехал на свой. Я по наитию сюда приехал, из дурдома я приехал только что. Ну, я там был, да, действительно. Снимали видео, ты к дурдому звонил, приезжали. Говорил, это бывший дурдомовский комплекс какой-то. Это поселок Шиловка или Шиловский, я уж не помню точно. Возможно, друзья мне подскажут. В общем так, мы приехали, посмотрели на отделение, в котором... В свое время я умирал там от смеха и от всего остального. Там что-то пусто. Что-то, короче, седьмое прикрыто на ремонтик, наверное. Возможно. Да, Костя, слушай, что-то никого вообще там не увидел. Я хотел у тебя, знаешь, что спросить? Ну, весело было. И доехали в поля, в Дубравы, там, короче, давай дойдем, доехали. Что там у тебя с питбайк-клубом-то? Питбайк-клуб. Питбайк-клуб плавно перерастает в мотоклуб под названием «Утренние койоты». Почему? Объясню. Пройдемся. Вот это для меня уже новость. Да. Смотри. Кайо. Смотри, что написано. Кайо. Кайо. Ага. Ну это фирма. Питбайки такие. Кайо. И у вас будет утренний койоты. Койоты будут. А по-английски утренние как койоты. Утренний как по-английскому? Батя. Монинг. 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 Вот по-немецки знаю. Гутен Морген. Монинг Хайотс. Морнинг. Моргнинг. Моргнинг Хайотс. Да. Да, отлично, Костя. Вот такие дела. В нашем клубе уже двое человек ездят. Опять у нас борода. Борода. Вована борода. Борода. Слава, привет. Здорово. Что у тебя с рукой? Ты терминатор. Превращаюсь постепенно. Скоро буду весь перемотан, как мумия. А как ты будешь теперь играть? Как? Все перемотают когда пальцы, они... Я должен признаться вам честно, это я ему откусил палец, понимаете? Зачем ты его кусал за пальцы? Я по-карифански, я хотел сначала откусить вот это вот, хотел откусить вот это, но не получилось. Я промахнулся и откусил другой. Вот, извини, пожалуйста. Бля, ничего страшного. Извини. В следующий раз, потом еще раз попробуем. Ладно, Слава, удачи вам, выздоравливайте. Леша, брат, дорогой, сынок, иди сюда, Леша. Без шансов, без вариантов. Говорят, вчера на концерте лежа на полу играли, нога у вас заболела, нет? Нет, я сел просто сел на эту, как ее,
подступенок, барабанный подступенок, блин. Там сидел и играл. В конце, последнюю песню. В картишке там не перекидывался. Некогда было, на последней надо было просто, в последней песне надо было просто себя показать. Ну, а там понял. Же, блин, там надо было показать. Ну ты показал, да, показал, себя? Да, я был с лучшей стороны, да? С лучшей, самый лучший. Великолепно, фантастика. Как обычно у всех. Ну давай, как удачи. Обычно бас у всех. Удачи, Леш, удачи. Ну а что, Паш, привет. Здорово. На бразильцев идем. Идем. Идем на бразильцев мы сегодня. Как команда называется? Лосерейта что-то там. По-бразильски я просто плохо разговариваю. Люто, да, или там бабахают. Бабахают вообще люто, да. Ну, отлично. Просто почем билеты там сегодня? По 350. По 350. Вот там просто... Пиарим клуб Герц. Вокалист. Смотри, самый лучший клуб Герц. Герц. В нем играют бразильцы. Да, и еще мексиканцы. Блин, так это что они? Разные. Футбольная команда в футбол играет в клубе Герц. Ну, а что, они... У них такой-то Колы, пока матчей нет сейчас чемпионатов, они там трешатину хреначат всякую, да. Понял. Вова, ну что там? Борода! Златы. Ай! Зельянцы. А ты же здесь откуда? Здорово. Ты на машине приехал, дорогой. На машине, по кухне хуярим ее. Ля, рыбу тут жаришь. Кто-то ловит, кто-то жарит. Это вот Вован столько наловил рыбы. Да. Блин, прикольно. А вот это самое здоровое, что это за рыба? Судак. Судак. Ну, судачок, класс. Значит, Вован не такая уж и борода. Что еще? Вован! Поднимай! Поднимай! Но! Есть! Ура! Вот это да! Камбала? Камбала. Акуля камбала. Миниатюра. Это уже не борода, это уже рыба. Это рыба. Кто там, Вован? Сразу, кто не понял, что я не бегал, блядь. Ротан ловит. Ротан? Ротан? Я вообще...